Так, зимняя резина Мишлен. Видим на ней значки зимние. Значит, резине это лет 10. Как видите, в каком она состоянии. Да, она не так сильно использовалась, но все-таки за 10 лет. Можете сами посмотреть. Резина тихая, мягенькая, удобная. Очень хорошо себя ведет по снегу и по льду, в принципе, тоже. Поэтому одна такая намного лучше нескольких RSAV, CAM или тому подобное. Поэтому советую.